Ответь мне. Да, Хулиан. Я хочу стать твоей женой. На всю жизнь. Если бы я не была уверена, я бы так не сказала. Господи. Что случилось? Ничего. Это просто я думал, что ты скажешь нет. Что мне нужно будет бороться? Бороться за твое «да». Почему говорят, что женщин трудно понять? По-моему, с мужчинами дело обстоит гораздо хуже. Только мужчина может понять другого мужчину. Ты не права. Ну почему? Ты просил моего согласия, а когда я тебе его дала, ты отступаешь. Почему ты так решила? Как я могу отступить, если я выиграл самую прекрасную лотерею в жизни? Жизнь полная проблем. Вот что нас с тобой ждет. Я обожаю проблемы. Что ты собираешься делать? Ни о чем не беспокойся. Скажи только, что хочешь стать моей женой. Ответь мне. Да, Хулиан. Хочу. Юрита. Знаешь, я все-таки неплохой парень. Да, ты хороший парень, но где-то очень глубоко в душе, очень глубоко. Но ты же любишь меня. Это, конечно, глупо. Но я люблю тебя. Так что жди от меня завтра сюрприза. Ты опять об этом. Скажи мне, в чем дело? Хорошо. Так в чем же? Разумеется. Ну тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Я сейчас засну, и ты мне приснишься. А ты? А что я? А ты? Кого ты будешь видеть во сне? Я? Да. Мне приснятся ангелы-лучники. И одним из них буду я. Да. Тот, который с рожками и с хвостиком. Что? Извини, я пошутила. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, что тебе надо? Я жду объяснений. Каких объяснений? Ты знаешь, ты обманула меня. Я тебя не обманывала. Пусти меня. Я как дурак ждал тебя в церкви. Почему ты не пришла? Почему? Если ты пошел в церковь помолиться, меня это не касается. А теперь, пожалуйста, дай мне пройти. Не держи меня. Ты оторвешь мне руку. Я тебе ее пришью, но только объясни мне. Что тебе объяснить? Мы договорились встретиться в церкви. Но вместо тебя пришла Норма. Откуда она могла узнать о нашей встрече? А ты ни о чем не догадываешься? Нет, не догадываюсь. Тогда пошли со мной. Сейчас мы все выясним. Ты здесь. Хулиан, я не хочу ее видеть. Не беспокойся, я уйду сама. Но прежде я хочу сказать, что ты мне опротивила. И весь этот дом мне тоже опротивил. Поэтому я уезжаю. Больше вы меня не увидите. Уезжаешь? Уезжаю. Наконец-то. Я так рада. Но ты должна знать, я уезжаю не для того, чтобы ты обрела покой.
Какой нужен мне? И я уеду как можно дальше. Как можно дальше. Прекрасно. Чем дальше, тем лучше. Замолчи, дрянь. Оставь, наконец, мою руку, прошу тебя. Я не верю. Ты не можешь уехать. Хватит, Хулиан. Я уезжаю из этого дома. И от тебя прежде всего. Как можно дальше от тебя. Но почему ты бежишь от меня? Я ничего не понимаю. Ведь ты говорила, что хочешь стать моей навсегда. Что случилось? Что случилось? Ты еще спрашиваешь? Я устала от всего. Я всегда молчала, но теперь скажу. Больше я этого терпеть не могу. Вот что случилось. Подожди. А чего ждать? Ждать больше нечего. Я устала от ожиданий. Устала. Устала ждать своей очереди. Теперь я буду думать только о себе. Настало мое время. Все. Не уходи. Палома. Пошли, Стила. Надо попрощаться с Мамио. Не надо. Да что с тобой? Что пошли. С тобой? Я тебя не отпущу. Я все равно уйду. Ты должна все объяснить. Пусти меня. Ты слышал? Пусти ее. Не лезь в наши дела. Объясни, наконец, что с тобой? Ты же обещала ждать меня в церкви. Церкви? Не слушай его. Оставь меня в покое. Я тебе уже все объяснила. С меня хватит. Сыта по горло. Сыта? И чем же? Всем. Особенно ложью и лицемерием. Оказывается, все, что я делаю, нечестно и постыдно. Я устала казнить себя за свою любовь, за самое прекрасное, что есть на свете. Я устала от своей сестры. Она всегда больна, а у меня здоровье не в проворот. Все, хватит. Теперь я вольна делать все, что захочу. Понятно? Понятно? Я хочу жить. Понятно. Ты сумасшедшая. Истеричка. Я тоже сыт по горлу твоими выходками. Сегодня ты говоришь одно, завтра другое. Тебя не понять. Тебе точно меня не понять. У тебя мозгов не хватает, чтобы понять, что со мной происходит. Поэтому лучше мне быть подальше от тебя. С глаз долой и с сердца вон. Ты все понял? Я собрала твою одежду. Все, что здесь было. Хотела отправить тебе. Можешь забрать. Сэкономлю на такси. Правда? Хорошо, я это заберу. Ты это здорово придумала. Да? Конечно. Здесь все обустроено. Особенно кровать. Разработана. Она тебе пригодится. Пользуйся. Хорошая вещь. Забирай свои вещи и уходи.